З вышыні птушынага палёту працэс сяўбы ранніх яравых выглядае вельмі маляўніча. Бадай, адзінае, што засмучае, вялікія воблакі пылу вакол трактараў. Непасрэдна механізатары ад яго наўрад ці пакутаюць. У сучасных машынах ёсць кандыцыянеры. Пыл – паказчык таго, што глеба сухая. У гаспадарках кажуць, што там, дзе раней нельга было сеяць з-за высокай вільгаці, сёлета тэхніка праходзіць без праблем. Магчымыя рызыкі тым больш непрыемныя, што ў гэтым годзе да палявых работ падрыхтаваліся зусім нядрэнна. У раёне на сённяшні дзень праблем с посевной нет. Техника подготовлена во всех хозяйствах, топливом мы обеспечены, семена подготовлены, протравлены, протравители есть, поэтому все хозяйства активно выехали в поле и трудятся. На постоянном контроле райсельгасхаршу и якость сяўбы. У том же Хонинском районе специалисты выезжают на палетки что день. А в вынику порушения технологичных потребований работы спынять. Правда, покуль такий выпадок был зафиксован только однойчи. Не часто. Вот у нас в одном хозяйстве было, все исправили. Но в основном семена заделываются, все как бы сеялка выезжает, все нормально. У сельгаспрадприемства Хойницкого района кажут, что подрыхтовку техники до полевых работ проводили у основным уласными силами. А проще того, тут отрымали 6 тракторов, набытых за сродки областного бюджету. Процесс обновления техничного парку сегодня увогуле актуальны для шмат яких господарок Гомельской области. До этого часу на палетках можно убашить технику, термин выкарыстання якой наближается до 30 годов. Иншая справа, что отмовляться от яе, покуль не збираются. Глядяши на узрост, працуют кировцы у целым надеяно. Дарэчы, у Хойніцкім районе импортной посевной техники зараз нема увогуле. Добра працаваць можна и на айчынных узорах. Асабліва, калі у механізатараў ёсць для гэтага стымул. Для механізатараў заработали расценки и плюс все премиальные. Значит, расценка это, если все они выполняют норму, увеличится на 300%. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадіокомпанія Гомель, Хойніцкий район.